часто любые идеи, которые передаются, если они формируют какие-то дополнительные идеи, то эти сформированные идеи, они могут быть небезопасны. Примеры. Поедете там айвас купить, после этого шизофрения, или после этого там расстройство психики, или даже смерть. И никто же не ответит. Или начинаете заниматься там какими-либо эзотерическими практиками, и после этого... Как много людей я знаю, у которых и крыши съезжают, и у людей просто нестабильность психическая. Я много людей знаю, которые смотрят там в поисках истины, в поисках общения с Богом, в поисках каких-то, когда человек прям стремится познать, что такое высшее, божественное, начинает кидаться, ему нужно быстро, ему нужно несомненно, непременно, жизнь заканчивается, 60-70, к Богу нужно быть ближе и так далее. Ну и человек себя накачивает этой информацией, и крыша потом протекает. Потом он злой, у него ничего не получается, он себя сам в тупике ставит, потом начинаются вопросы, почему есть те, кто снимает информацию там, и запросто общается с ангелами, и, там, с хороняками какими-то, и, там, с богами, и, там, еще с кем-то. А у меня не получается, как это, а тот человек плохой, а я хороший, почему это? Вот когда почему начинается, и начинается развал. Вот в тот момент, когда начинается слово «почему», поставьте черту и скажите: «Я служу темным силам». Путь к Богу – это путь верности, путь без «почему». Каким образом служить Богу? Начните с ощущения, что Он вас любит. Начните с ощущения, что какой? Неважно. Неважно. Выберите 84 из пантеона там, индуистских богов. Или выберите христианского Бога Иисуса Христа, или выберите Аллаха, или выберите кого хотите. Ощущайте, создайте ощущение. Что такое ощущение? Начните ощущать, что то существо, которое является Богом, настолько вас любит, что вы чувствуете. Настолько вас любит, что вы чувствуете, и вот это чувство усиливаете в себе. Если это использовать на протяжении длительного времени, то это называется элементом преданности. Вот этот элемент преданности и есть основой для открытия паранормальных способностей. Каких? Любых. Можно ли их как-то по-другому открывать? Можно. Каким образом? Сначала представляете, будто вы слышите скрип двери. Я, знаете, из лая-йоги сейчас расскажу. Сначала человек должен представить, будто он слышит скрип открывающихся дверей. И вот вы сидите и слышите скрип туда-сюда, туда-сюда. Потом скрип должен измениться на звук более ровный, чаши или струны. Это нужно делать спустя там 2-3 недели. После этого, там, где вы слышите звук, представьте, будто вы слышите вместо скрипа и звука самый тонкий звук колокольчика, хрустального. Закройте глаза и засеките время, удерживайте звук колокольчика хрустального как можно дольше. Если вы удерживаете до 3 минут звук, который не исчезает, то в дальнейшем вы можете спросить: я хочу, чтобы сейчас мне мой Бог, там, Иисус Христос, или ангелы, или там еще кто-то, связались со мной и сказали мне что-то. И после этого в этот момент услышите звон, и после этого ждите. Скорее всего, у вас появится в голове звук издалека, который начнет с вами разговаривать. Опять-таки, в случае, если вы скажете: стоп, я больше не хочу, это должно прекратиться. И как определить, являетесь ли вы человеком, который болеет шизофренией, с галлюцинациями звуковыми и слуховыми, или вы все же человек, который снимает информацию. В случае, если вы снимаете информацию, то вы можете сказать: начинай мне говорить, и оно говорит. И хватит говорить, и оно прекращает. В случае, если это галлюцинации, вы говорите: хватит, а оно не прекращает. И говорите: я не хочу видеть, а оно все показывает. Вот если я не хочу и показывает, нужно к врачу. А если хватит и прекращается, вы снимаете информацию. Вот такой мой совет.